любимый Жорин летет интриги. А вы вообще участвуете именно в говорите? Развода никакого не будет. На 3 месяца отложат. Я поеду во Францию. Вылюблю Анисину. И выиграю это дело. Сегодня в завещании и с Анисиной. А как вы думаете, решится с наследством все-таки вопрос, на ваш взгляд? Наше наследство, ребята. А что за наследство, да? Наследство большое. Миллион. 29-го по Анисиной я предоставлю кровь. Тесты. На мне нет ни одного наркотика. Жорин проиграл по всем параметрам. Водитель украл из сейфа $1 миллион. Люся все это мне рассказала 1 числа, когда мы с моим водителем приехали и увидели ее в том виде, которым я покажу в суде. И не могу показать вам. Мы нашли шприц, и Люся умирала. По секрету мы боги. Мы бессмертны. Маски нет. Посмотрите. Let light and love and power restore the plan on earth. И мы реанимировали Люсю. Она в полиции все написала. Она призналась в клинике, что Куронов дал ей на Новый год отравленную бутылку шампанского, не зная, что я приеду, как всегда, на Новый год. 3 года назад мы с Мариной и с моим водителем спасли Люсю от смерти. Приехали, она была синего цвета с удушением на горле. Я знал, что это Куронов, но Люся говорила, если мы вызовем полицию, она скажет, что Куронов хороший. Просто я маску очень резко снимаю, редко. Сегодня вечером будет выложен получасовой фильм, как проходил суд развода 2 года назад, где, напомню, ни единого слова от Марины Анисиной о безумстве Джигурды не было сказано, ибо она знает, что я гениальный артист и дома с детьми такой, как с вами. Ну, за исключением тех случаев, когда играю с детьми. Просто когда меня стали безбожно мочить 9 лет назад за то, что я стал мужем олимпийской чемпионки и за то, что украл Марину Анисину, в кавычках, у тех олигархов, у тех сильных мира сего, которые обиделись на нее за то, что Анисина им не дала. И я умею включать эмоции. Но сегодня я снял маску. Я в таком виде, потому что мне предложили в Украине роль характерника великого атамана. Сейчас развода не будет, и через 3 месяца вы увидите Анисину, которая заверит заявление. А Жорин будет оштрафован, лишен адвокатской деятельности и сядет в тюрьму. Спасибо. Если не покаяться.